Для всех, кто смотрит этот ролик, я шлю большой воздушный поцелуй, а также важную информацию. В моем сообществе ВКонтакте вышло видео, которое 100% поднимет вам новогоднее настроение, а также там куча эксклюзивного контента. Скорее переходи по ссылке в описании. Милан, что с лицом? А я тебя знаю. Не, я фотограф. Вообще, знаете, я хочу вот так вот сфоткаться. Вот. Фоткай. Ребят, короче, я хочу сказать, что это полный. Всем привет, друзья, с вами Милана Некрасова. А, нет, короче, тут я. Я подготовил для Миланки пранк на Новый год. Кринжовый подарок. Это будет самая кринжовая фотосессия в ее жизни. Но я ей ничего об этом не говорил. Весь прикол в том, что я буду подстраивать все, как будто это будет крутая фотосессия. Но на самом деле вас ждет лютый кринж. Поэтому готовьте свои лайки и мы начинаем. Сейчас будет сюрприз. Раз, два, три. А что это такое? Ну, это типа тебе на Новый год фотосессия. Реально? Да. Нифига. Тут не только типа фотостудия, тут еще у нас есть мастер. Это я подготовил резиночки, краски и еще одни краски, гуашь. Все? Господи, благослови этот питательный микроволновый приготовление ужин из макарон с сыром. И пусть у нее уже наконец появится новогоднее настроение. Пожалуйста. Включи праздник вместе с Кул-Кола. Нет, нет, стой, самое главное. Платье. Вау, Давид, очень красивое. Платье, как у принцессы. Как у принцессы Софии. Нет, тебе не нравится, честно? Тебе не нравится? Мне нравится, Давид, реально. Ты будешь сегодня принцесса Софии. На самом деле это все хуйня, это не подарок. Это для меня фотосессия. Тебе подарок, вот пылесос. Отпаривайся. А, еще и фотографа бесплатно. Не бесплатно? Да, то есть все для тебя. Не-не-не, все для тебя. Все для меня. Все для тебя, это все подарок. Я думаю, что ты уже можешь, в принципе, переодеваться. Ребят, на самом деле, студия очень красивая, платье. Сомнительно, но окей. Что ты сказала? Говорю, красивое платье. Итак, ребята, сейчас тогда уже можно будет начинать нашу фотосессию. А где фотограф? А, скоро будет, да? Да-да-да. Let's go. Давид, что ты делаешь? Стрелочки. Давид, что ты делаешь? Ты что на палке рисуешь? А давай еще, может, татуировочку какую-нибудь? Нет! Ну, пожалуйста, можно звезду нарисовать? Ты же звезда, Милан! Это Патрик. Я боюсь, все глаз выколоть просто. Ладно, не боюсь, я специально это делаю, чтобы выколоть. Давид, ты говорил, что будет визажист? Так я визажист. Нет, я визажист, но ты, кстати, все правильно делаешь сейчас. Это модный тренд Барби. А вы уверены, что это тренд? А можно брови чуть-чуть? Конечно. Нет. Брови же не надо трогать розовую. Я типа выбритая сделаю. Нет, не надо брови, мы уже можем отправить молодого человека. Выходите, я сказала, я полицию сейчас вызову. И дать приступить правильно профессионалу. Давид. Я да не дорисовал. А вы что еще будете делать? Практически то же самое. Знаешь, модный френч. Это лук мистер Слей, мистер Мамикс, Мелания. Вы так втираете мне в веко что-то розовое. Какой-то смоки айс? Нет, нет. Меньше вопросов. Доверься просто профессионалу. Работают профессионалы. Давид, пожалуйста. Можешь не делать вот этого? Это завивка. Давид. Ну, я вторую резинку на локон. Это тоже модно. А что это за оттенок? Это типа эспрессо? Смотри, что, типа. Что я придумал, Милана. Смотри, что я придумал. А это какой-то макияж с ингредиентом? Да вы не задавайте лишних вопросов. Да. То есть вы меня считаете и так красивой? Конечно. О, дулечка. Диман, прикольно выглядит вот эти штуки. Почему никто так не завязывал никогда? Давид, ты просто... Я профессионал. У меня стаж 48 лет. И ты, девчонка, мне будешь указывать, как мне жить? На этом глазу уже готово. А это все? Ну, мы еще можем добавить блесток. Давайте
Оставим так. Тебе нанести то, нет, Милана? Нет, не надо. Я и так вы все мне сказали. Ну, я чуть-чуть тут подзамажу. Да, пожалуйста. Прекрасно. Что за круговое движение? Блин, если я на волосы чуть залез, ничего. Ты выглядишь как Айгуль. Просто добавить еще розового цвета. А почему румяна так низко? О, нужно чернее брови. Да и ты уже. А вы точно 10 лет занимаетесь макияжем? Я да. Мерлин Монро реально. А я буду Джокер. Ну все, в принципе. Супер. Все, последний штрих. Милан, что с лицом? Как будто мы тебе что-то плохо делаем. Не, очень красиво. Тебе точно нравится? Да, а то ты как будто... О, сделайте больше губы, да-да. Давайте еще больше. Да и ты точно... Ой, да. Во. Милан, красиво получается. Реально красиво. Да. Ребят, короче, я хочу сказать, что это полный... Ну, если кратко, мне очень нравится, правда, да. Если вам тоже нравится макияж, то пишите в комментариях, как он. И как думаете, как получится фотосессия, вообще удачно или неудачно. Вот, ну, посмотрим по событиям, как бы, да. Сейчас я иду надевать платье и посмотрим, как будет выглядеть вместе мой образ. Так, Милания, ты где? Мурсланочка, это ты! Какая красивая. Да? Да. А платье как? Подошло? Да, в самый раз. Хорошо прям? Да, реально Мурслана теперь. Знаешь, ты как это, Моана, только Мурслана. Новогодняя такая. Мурслана. Ты никогда так не одевалась, Милан, почему? Ну, мне кажется, было бы лучше вот так удавить, нет? Нет, нет. Вот так вот. А зачем тебе облегающие? Ну, чтобы подчеркнуть фигуру. Нет, да, нет? Нет, 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 надо все закрыто, все закрыто. Я бы еще тебе... Шапку бы они. А эту сумку можно как шапку одеть? Нет, может быть шубу? Вот нет, это вообще кринж будет. Ну нет. Попробуй. Красиво? Нет. Люкс Мурслан. Нет, так нельзя. А нельзя коленки вот. Покрыть? Да, да, коленки покрыть. Ну, невеста, можно отдавать. Ребята, пишите в комментарии, кто хочет выйти замуж за Мурслану. Я хочу вообще, на самом деле, знаешь, какие позы сделать вот так вот? Да, 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 еще вот так, вот, вот так, смотри. А, вот так вот? Да-да-да. Да-да? Вот оно. И еще, знаешь, вот так вот с елочкой, вот так вот. Милан, Афродита и Милана на одно лицо. Да-да. Вот две так. Принцессы, Афродита и Мурслана. Две сестры. Ну, вот так вот буду фоткаться. Ой, я платье порвала. Ничего, зашьем. Это было. Вообще, знаете, я хочу вот так вот сфоткаться. Знаешь, как еще можно фоткаться? Вот так, типа. Да. Потом вот так, цветочками. И вот так обязательно ножку. Вот, вот. Также еще вот есть поза. Вот. Да, да. Вот, молодец. А ты быстро схватываешь. Также да? Еще есть вот поза. Вот. Ну, балерина. Грация. Покажи грацию. Я показываю. Привет. Я прошу прощения. Вот Мария вам передала 10 тысяч с огромной просьбой. Пожалуйста, не кричите. Нам не нужно, мы не кричим. Нам не нужно 10 тысяч. Ну, вы можете не кричать, я вас умоляю, пожалуйста. А мы вроде не кричим, вообще сейчас молчим. Реально тихо. 10. Не, ну если 20. У нас приехал уже фотограф по бартеру. Милан, знакомься. Наш фотограф по бартеру. А я тебя знаю. Не, я фотограф. А, ты мы с тобой ни разу не виделись? Так, вы не должны общаться на съемках. А? Твоя работа фотографировать, а твоя позировать. Так. Давайте. Так, ну что? А что, можно? Без света начинаем? Вот это хороший ракурс. А что за камера вообще? Хорошая камера. Давай. Миллион а давайте, стоит. Можешь, хотя бы со вспышкой как-нибудь. Вот так хорошо, да. А вы чего не показываете, да? Так, смотри, Милан, оп. Подожди. Ты совсем забыла про позу? Да, ну, смотри, позу нужно с Мишкой, потом. Сначала сама. Смотри, становишься, вот, носочек тянешь, и вот так. О, вот да? Да, ну-ка. Да. Что он не щелкает? Вот точно фотограф? Ребята, светлый. Все хорошо. Полный рост, да. Губки еще побольше. Оп, вот она, хорошо пошла. Сделай мечтательный взгляд. Да. Вот, ну принцесса. С Афродитой сфотографируйте ее. С Афродитой? Вот так вот. А сделай, может быть, как я будто к ней ты присяду? Как будто ты балерина. Вот. Вот так. Вот. А ну давай я тебе помогу. Давай. И один глаз. Знаешь, как пол лица? Я придумал позу. Да? Да? Ты можешь сесть? Типа ты ее голову оторвала, смотри, Милан. Да. О, все хорошо. О, вот, ножку, хорошо. Бахилу можешь не снимать. О, о.
Учись, бери позы тоже. Можешь ложиться, да. Вот так, норм. Еще подожди, ты неправильно ложишься. Вот. Вот так. Вот. Фоткай. Хороший кадр. Хорошо. Да, вот так. Ну, замечательно. Есть бутылка пустая. Вот. Вот это вообще было. Грация. Рау, вот так делай. Для аватарки в Телеграме. ВК. ВК можно, реально ВК можно. Разнос. Милан, я не заплатил за пленку, поэтому за каждую фотокарточку 500 рублей фотограф. Мне так сказали. Ну, по бартеру. Начиная с Мишки и заканчивая вот этим. Да. Это... Профессионально. Не, Милан, на самом деле, как тебе мой подарок? Вот честно. Вот еще сейчас рассмотрим глаз. Смотрите, какое качество. Реально, флешки. Только не отближай, прям так выставишь. Выставить прям так? Ну да, то если чуть отблизить, ну получится. Не то, да? Не то, да. На самом деле, да, мне правда очень нравится. Ладно, теперь давай мы выйдем, и ты скажешь еще свои эмоции на камеру. Короче, ребят, это полный кринж. Платье. Молчу вообще про платье. То есть, я не знаю, что это за вырезы. Это типа вот так вот носить, если что, на всякий случай. Но фотки — это ужас. Это что за фотоаппарат 1847 года? Короче, не знаю, вот, как вам фотки, пишите в комментариях. Как вам вообще моя фотосессия, которую я получила в подарок? Мой макияж, моя прическа, мой наряд, вот. Пишите все, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал. С вами была Милана Некрасова, Мурлана. И ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока. Пипец.